привет, это город Армавир. Вот нашел такую магнолию тут, говорят ей 18 лет. Первые пару лет пытались укрывать, но только хуже, говорят, было, она подгнивала. Короче, укрывать перестали, и она зимует отлично. Переживала уже довольно-таки сильные морозы. Сорт неизвестен, но похоже на майкопскую магнолию, судя по листу. Вот, цвести начала только лет 15, говорят, и сейчас где-то лет 18, вот на уровне забора, когда была, вот тогда только начала цвести, то есть очень поздно. Вот такая интересная магнолия, сейчас сниму ее поближе. Вот такой лист, ну по всем признакам похоже на майкопскую, очень сильно. У меня есть небольшие саженцы от нее. Так вот она выглядит. Зимует, говорят, прекрасно. Не подмерзала ни разу. Вот такая крупная уже. Очень красивая. Так что растут в Армавире крупные магнолии. Все, всем пока.